Всем привет, друзья, с вами Джокер, 2005 Короля Сталин Сбой. Ну чё, нашли новую цель японскую, сейчас щит с ней будем атаковать. Пока поставлю на паузу. Обложили вообще всю ее башнями, пушками уже раз 8 или 10 стрельнули. Еще, наверное, раза 3-4 надо. Щит спадет и начнем штурмовать замок ихний. 50-й лорд. 159 миллионов силы. Как-то так. Так, все, ребят. Погнали мы, сбор сделали. Сборы стоят у ребят. Заходим, сейчас будем валить. Так. Тороплюсь как могу. Лимит участников. Смотрим. Я в двух сборах. Все нормально. Так. Включим еще навыки. Включим навыки. Штурмуем. Раз. Два. Так, и третий прошел. Силу смотрим. 75, осада удалась. 68. Бах, вообще под баром залетели здесь как надо прям. Доброй ночи для японцев. Мой сбор, что-то вообще мало убил, что за фигня, пехоты у него до хрена, 10, это Т-12. Посмотрим, что там у нее было. Так, листаем. Да, пехота 12-я сидела толстенная. Долго прошибали. Ну все, что, ребят. Три сбора, замок в ноль. Минус еще один японец на сегодняшний день. Трон мы отбили. Самого главного японца с чуда выстегнули. Точнее, с трона разнесли. Как он тут стоял, так и стоит. Силу ему слили. 28 миллионов. Шогана пробили. Пару дуэлек было в меня опять. Все по красоте. Сейчас еще раз отчетики полностью покажу, ребят. На оборонку только перестроюсь. Так. Сейчас на паузу, ребят, и отчеты разбирать. Итак, ребят, первый удар был от Баура, первого его ралли. Смотрим проценты. Так нормально отличаются. Урон в нападении 132. Резня эффект был. Зашел на синем драконе. Так, Т-11 как хорошо убили, Т-12 хорошо убили. Т-10, Т-9 пехота валит нормально. Да, в принципе, все войска хорошо здесь убивают. Смотрите, Т-11, новый вид войск, тоже здесь как отличился. Так, я послал здесь вообще одного из своих слабых героев в торопях. Ну ладно, мы массовостью взяли. Защищалась она на святой щит, этот новый герой, ребят, уже у нее есть, купила девка. Но он ее не спас.
Паладосы легли в палатку сразу же. Телеги Т-13. Грифы легли в палатку 414 косарей. Фу, коней, ребят, смотрите, 3 ляма просто в минус вообще. Вот это я понимаю. 3 ляма в ноль. Отлично. Подкреплений ноль не было у них. Дальше. Вторая атака была от Сереги. Ник Фармер. Сейчас найдем. Серега зашел тоже. У него сбор серьезный. 4 с лишним ляма. Проценты. Как у Бауэра. Даже в некоторых местах даже лучше. Урон по нападению только поменьше. Остальное все отлично. Также он пробил. Здесь меня не было уже, я не успел зайти. Ребята здесь атаковали. Смотрите, вниз сейчас улистаем. Опять пехота держится. У него всех убили, кроме пехоты. Вот. 666 тысяч пехоты в гроб. Т9 пехотинцы умерли. Молитва вообще слабая. И все, здесь уже пошло добивание. Дальше была атака от меня. Третье ралли. Ну, у меня проценты не такие высокие, но все равно. Тоже я зашел, ударил. Ну, пехота вообще достойно себя ведет. Ёшня. Удержала эту атаку. Добил кого смог, остальных и пехотинцев срубили. 681 тысячу в гроб. Дальше было добивание уже формальное. Еще одно от Сереги. И в ноль добили всю и пехоту 12-ю. И еще одно ралли было от Бауэра. Мало ли не сможем добить. Но уже оно было так. Поскольку постольку. Так что, ребят, минус еще один японец у нас в королевство. Снова ноль. Завтра будут сопли, крики, ор в чате и все такое. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Подписывайтесь на канал. Надеюсь поскорее набрать 1000 подписчиков. Делать хорошие видосы и делать стримы. С вами был Джокер, ребят. 2005 королевство, Альянс Бой. Всем удачи.